Эту улицу трудно сравнить с главными проспектами города, но и здесь ежедневно проходит множество людей. Теперь переход на другую сторону превратился в полосу препятствий. Когда-то здесь был мост. По крайней мере, так нам рассказали местные жители. По нему ездили автомобилисты, ходили в школу дети. Теперь сооружение разрушено и выглядит вот таким образом. Я заранее его отправила, чтобы посмотреть, пройдем мы или нет вообще. Ну, а люди, работающие на зеркальной фабрике, это ж вообще катастрофа. И нам в том числе. Я хожу постоянно на Павловский тракт. Вот так ходим. Какое-то время место было огорожено. Стояли предупреждающие надписи. Сейчас ни того, ни другого. К тому же решить проблему, то есть восстанавливать мост, никто не берется. Наша организация направила обращение в администрацию города, в комитет по дорожному хозяйству и благоустройству города Барнаула с просьбой восстановить мост, провести асфальтирование данного участка и установить по возможности ливневки для отвода воды, чтобы мост не разрушался. Как нам сообщили сегодня в администрации краевой столицы, глава города Сергей Дугин дал поручение дорожному комитету всерьез заняться проблемой, попытаться восстановить сооружение, которое официально, по их информации, мостом и не являлось, либо разработать какой-то новый проект. Представители комитета уже выезжали на место. Правда, сроки, когда решение будет принято, нам не озвучили. Между тем, общественники готовы пойти в прокуратуру, если чиновники с этим самым решением будут затягивать. Ирина Харитон, Николай Шилко, наши новости.